Доброе утро, Ганс. Как ты? Я хорошо, спасибо. Думаю, что смогу начать работать в вашей клинике через 3-4 недели. Как погода во Франкфурте? Солнечно? Люблю солнечную погоду. Хорошего дня, Ганс. Пока. Никогда не понимал, как это работает. Зря. Йога дарит покой, просветление, объединяет душу, разум и тело. А отсутствие стресса замедляет процессы старения. А кто здесь стареет? Да никто. Ты у меня в замечательной форме. Любой 20-летний позавидует. Просто нейрохирургия – это сильный удар по 7-й чакре, поэтому я немного волнуюсь. А ты знаешь, давно пора было это сделать. Не понимаю, почему я тянул. Мне нравится видеть тебя здесь по утрам такой. Оставайся у меня чаще. Спасибо. Я в душ и к тебе. Снимай стресс, 7-я чакра. Времени мало, скоро в клинику. Ну, тоже неплохо. Не пойду. Аля, это что еще за новости? Они прищемляют мои права. Спать заставляют, запеканку есть с капустой. Я лучше книжку тебе почитаю. Где? Крылатка сказала. Бедная сиротка, которую злая мачеха заставляла работать с утра до ночи. Ма, а сиротка это кто? Алечка. Ой. Сиротка это ребенок, у которого нет мамы и папы. А кто его воспитывает? Улица, что ли? Нет. Детский дом. И знаешь что? Никто с детками там не сюсюкается, кроватки застилать, косички заплетать, все сами. И на манку без комков никто не рассчитывает. Съездим? Нет? Тогда быстро! Быстро одеваться, а? Ай, давай! Комод меня кусает! из клиники. Я должен ответить. Привет, подруга. Знаешь, лично я рекомендую Мальдивы. Ну, для свадебного путешествия. Меня туда Гера возил, пока мы с ним спали. Сейчас он туда опять жену возит. Гад. Лера, он мне не сделал предложение. Как-то? Я же его у ювелирного видела. На ужин тебя пригласил, ночевать к нему поехали и… Но мало ли, что люди могут делать у ювелирного. Да, зря ты только йогу пропустила. Ну, слушай, он успешный, не бедный, умный. Твой отец его уважает, такого не грех и подождать. Да я его уже год жду. Всех сов его выучила. Какие чашки для арабики, какие чашки для робусты, что в этом доме можно делать, что нельзя. Да мой отец меньше педан, чем он. Да возле него ни одна баба больше года не продержалась. Так что у тебя есть все шансы. Давай, пока. Вадим звонил, муж моей бывшей. Он сейчас приедет сюда. В смысле, зачем? Сейчас выясним. Аля! А кто это у нас тут спрятался, а? Угу. Никого нет. А кого я сейчас иду искать? А кто это у нас тут спрятался, а? А кто? Не смешно. Очень смешно. Видела бы ты свое лицо. Ма, я дома останусь. Посижу спокойно. Полчаса спокойно, а потом… Мама, мама, забери меня, здесь Буратино. А я виновата, что у него ветка вместо носа, а? Жуть. Буду жалобы на них писать. А куда жалобы на телевизор отправляют, а? Алечка, миленькая, одевайся, пожалуйста. Мне очень-очень нужна эта работа. Нам обеим нужна. И волосы. Волосы надо убрать, а то в глаза лезут. А Вовка, когда совсем в садик не хочет, с ним мама остается. А на работу папа ходит. А у нас мама на работу ходит. У нас такая семья. Без папы. А Вовка говорит, что не бывает, чтобы совсем без папы. Раз папы нет, значит, он нас бросил. Дурак твой Вовка. Я ему тоже сказала. Вовка, ты дурак. Так, тебя кто ругаться научила? Черт, я сама. Черт, я только что сказала черт. Да. Так, мы опаздываем. Давай. Черт! А ну не ругайся! Черт! 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 Все. Меня нету. Ладно. Алло. Любовь Федоровна, здравствуйте. Помощь ваша нужна. Проходи. Спасибо большое. О. Чувствую себя как дома. Лучший друг. 100 лет не виделись. И тут друг на пороге сам, с подарком. И таким большим. Приятно. Тебе Катя не звонила, что ли? Это подарок для Андрюши. Это подарок для Андрюши. Как трогательно. Хватит ерничать. Катя просила занести. Вот. Моя бывшая приготовила подарок нашему сыну и решила передать его с моим лучшим другом. Тоже, правда, бывшим. Я ей говорил, что это плохая идея. В общем, так. Твой сын сегодня уезжает на гастроли. У Кати семинары до вечера. Я мог бы сам передать, но ты же знаешь, как он к этому относится. К тому, что ты увел у меня жену? Это те самые. Первые 10 спасенных жизней. Катя одарила тебе, пока вы… Наша с Катей жизнь тебя не… Доброе утро. Добрый. Познакомься, Рита. Очень приятно, Вадим. Может, кофе? Спасибо. Вадим спешит, к сожалению. Угу. К сожалению. Ну что ж, я буду в своей комнате. Как бы там ни было, я Рад, что мы повидались. Взаимно. Здравствуйте, Андрей Борисович. Оль, привет. А когда у меня первый пациент? Через час. Перенеси на вторую половину. Не получится. Там сын какой-то шишки из министерства переводит в нашу клинику специально под вас и Колесову. Значит, Рита посмотрит вместо меня. Андрей Борисович. Что, Оля? Вы же знаете, у Маргариты Дмитриевны характер специфический. Хорошо, допустим. И как характер влияет на качество диагностики? Скорее, на психику пациентов. Что, прости, не расслышал? Говорю, никак. Значит, решили. Танюш, привет, у меня просьба. Сходи. Ого, цветы. Красота какая. Давай, рассказывай. Это мои любимые, мне их Юрчик все время дарил. А сегодня, представляешь, шла на работу, увидела, продают и не смогла пройти мимо. Хватит в прошлом жить. 3 года, как Юры, нет. Это знаю я. Аль, выключи метроном. Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь Федоровна, спасибо вам огромное. Вы меня просто… Привет. Спасаете. Ой, да ну что ты, это лишнее. Я же все понимаю. Ты сама с малым детем на руках. Ничего, скоро все изменится. Я прям чувствую. Сегодня получу работу, и мы с Алькой заживем по-другому. Аля, веди себя хорошо. Ма, ты тоже хорошо себя веди. Вот характер. Ах, у обеих. Толь, привет. А ты сегодня в столицу с товаром? Ну да. Ты тоже что собралась? Да нет, мне до центра. Подбросишь? Ты призничает моя Антонина. Уже менять давно пора. Рука не поднимается. Ну, любвиво мы, согласие. Пока. Так подожди, авось поедем. Да нет, спасибо, опаздываю. На маршрутке. Ну давай. Фух. Рит, ну мы же говорили с тобой. В этих чашках. Ярче? Раскрывается аромат арабики. Да. Я их специально из Эфиопии привез. А Эфиопия – это родина чего? Эфиопов. Рит, что-то не так? Андрей, я вообще не понимаю, зачем ты это терпишь? Она план твой рушит. Мужа подсылает с какими-то подарками. Время твое тратит. Не усугубляй. Мальчик уезжает на гастроли. У него сегодня день рождения. Катя переживает. Я съезжу, поздравлю и в клинику. Андрей, мальчику 28 лет. Она с ним как с маленьким. Ладно, хватит о детях. Прости. Я с Ольгой говорил. Тебя пациент ждет. Очень, кстати, интересный случай. Спортивная травма, шейный отдел. Позвонки С36. Медикаментозное лечение результатов не дало. Нужна повторная диагностика. Консультируйте консилиум, ты и доктор Колесова. Андрюш, ну я просил тебя с Колесовой меня не ставить. Но у нас с каждым пациентом как с щенком. В прошлый раз ждали, пока ребенок разрешит пателлярный рефлекс проверить. Страшно ему было. Она вот отсидела, его уговаривала. Это нормально? Послушай, Колесова опытный врач. И не нужно сбрасывать это со счетов. А подход у каждого свой. А ты покажи нашему министерскому, что твой не менее эффективен. Этот себе возьмешь. И завтра идем в ресторан. Твой любимый рыбный. Я приглашаю. Да что это? Повод есть? Конечно. Да, старик, прикинь. 28. Угу. Сегодня. Спасибо, спасибо. Ты давай все паспорта проверь, слышишь? Особенно Левин. А то он в прошлый раз виолончель забыл. Да. Окей, давай. Слушай, ты только не смейся, я волнуюсь очень. Чего? Я все утро не знала, что мне надеть, о чем говорить. Просто у тебя такие родители. У тебя нет поводов для беспокойства. Мы не едем сегодня в ресторан знакомиться с родителями. Я уезжаю на гастроли. Ты шутишь? Нет. И когда ты собирался мне об этом сказать? Лиз, ну зачем ты все усложняешь, а? А у тебя все просто, да? А на сложности я уже у родителей насмотрелся, спасибо. Слушай, мне кажется, ты просто боишься. Прячешь голову в песок. Обязательно сегодня, в мой день рождения? С днем рождения. Невыносимо тебе легкости бытия. Ну и зачем все это нужно? Лично просил. Новая протеже на долгой. Бери выше. Без 5 минут госпожа Донина. Это что, любовь? Взаимовыгодное сотрудничество. Ну смотри, ему 52, уже не мальчик, но успешный хирург. А Маргарите статус нужен. Ну и папа академик выбор дочери одобряет. Вот она и терпит все трудности характера. Привет. Знакомьтесь, Татьяна, это мой сын Василий, будущий призер и чемпион. Надеюсь, вашу помощь. Вашей Андрея Борисовича Донина. Подержите, пожалуйста. Привет. Меня зовут Татьяна, я сейчас тебя осмотрю, не волнуйся. Я очень аккуратно. Простите за опоздание. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Одинцова, Маргарита Дмитриевна, врач. Андрей Борисович поручил мне провести первичный осмотр. Ай, больно. Тише. Об этом нужно было думать, когда с миозитом на тренировку пошел. Послушайте, а это обязательно вот так вот, прямолинейно, в лоб? Он еще ребенок. Я думаю, что последствия своих поступков нужно знать. Больно. Маргарита Дмитриевна, ну… Мы же никуда не торопимся. Давайте я закончу осмотр в щадящем режиме. Тише. Послушайте, мне обещали консультацию 2 специалистов. Донина и Колесовой. Я хочу знать, когда появится Андрей Борисович Донин. Маргарита Дмитриевна тоже очень хороший диагност. Не исключаю. Но это ребенок, а не кусок мяса. Уважаемая, благодарю вас за консультацию. Я выясню, когда появится в клинике Андрей Борисович, и мы организуем повторный осмотр. Всего доброго. Извините. Ну что там, уже у главного жалуются? На осмотрах я по расписанию посмотрела. Слушай, что там за пациент? Может, обойдется? Да не обойдется. Шишка министерская. А, ясно. Значит, действуем по плану. Лучшая защита – это нападение. Звони, расскажешь ему свою версию событий. Какую? Правильную. Давай. Угу. Алло. Андрюш, привет. Слушай, мне нужно срочно с тобой поговорить лично. Что случилось? Колесова случилось. Мне нужно, чтобы ты срочно приехал. Рит, я не расслышал. Повтори, пожалуйста. Андрюш, алло. Андрей, что происходит? Ты меня слышишь? Тебе что, играть больше негде? Есть где. Иди играй. Андрей. Лер, там что-то случилось. Да. В чем проблема? Да футболисты тут на дороге. Когда вы будете? А это не ждет, я уже почти у сына. Подожди. Хорошо, я еду. Сейчас приедет. Молодец. Да расслабься ты. Ну, скоро вы уедете в Германию. Донин возглавит диагностический отдел. И ты забудешь об этой дыре, как о страшном сне. Но это еще не факт. Главное, не подтвердил запрос. А я в ординаторской слышала, что они об этом говорили. Ну, ты поинтересуйся мягко, с позиции без 5 минут законной жены. Главное, чтобы Колесова не разрушила мою семью до отъезда. Слушай, Рит, ты пойми, у вас с ней кардинально разные горизонты. Девушка, 25-30 лет, автомобильная авария, травма спины, есть гематома в основании шеи и множественные ушибы, без сознания. Проходи, проходи, Валечка, к столу, я сейчас дверь закрою. А Настя-то где твоя? На свидание побежала? Да какое там свидание? Как 7 лет назад с пузом приехала со своей столицы, так и закончились ее свидания. Ну, а он-то что, отец? Нужна она ему. У нее ни родителей, ни денег, ни связей, ничего нет. Из родных только сестра осталась, двоюродная, по-моему. Замуж ей надо, пока спрос есть. С детем не очень-то и легко будет потом найти. Господи, да я каждый божий день об этом говорю, только она слушать не хочет, поэтому своему столичному сохнет. Вот иди, иди сюда, иди. Вот, фотографии его хранит. Да ты что? Смотри. Ой, ну красивый мужчина. А что это? Это адрес его, что ли? Только она так ни разу к нему и не съездила. Алло? Да, знаю. А соседка я ей. А что? Я все-таки парень отменил. Ну что ты так переживаешь, Катюш? Успеет он передать подарок. Он отец. Вряд ли Андрей знает значение этого слова. Вообще, за время нашей семейной жизни он в клинике ночевал чаще, чем дома. Да и вообще всякое было. Он тебе не изменял. А вот это не имеет никакого значения. Мне раньше надо было думать, что Андрей и семья – вещи несовместимые. А дети для него вообще пришельцы с другой планеты. Ну что, пока. Пока. Здравствуйте, Екатерина Геннадьевна. Здравствуй, Волнянский. А что, лекция будет сегодня? Семинар сегодня будет, Волнянский. Тема социальной институции, семьи и брака, типа конфликтов. Попробуй только смойся. Да, да, точно. Буду как штык. Верю. Волнянский? Да. Аудитория в этом корпусе. Ага. Да. Никто не давал ей права оспаривать мои методы, особенно когда они эффективны. Некорректно вмешалась в диагностику и заставила отца пациента сомневаться в моей квалификации. А сейчас я больше чем уверена, что он сидит у главврача, и мой профессионализм подвергнут сомнению. Андрей Борисович, главный звонит. Что сказать? Соедини. Угу. Как тебе? Слушаю, Семен Леонидович. Хорошо, сейчас подойду. Ты все правильно сделала, что позвонила. Потому что информацию всегда лучше узнавать из первых уст. А тем более из таких красивых. А если она в сознание не придет? Если помрет в больнице? Что с Алькой-то делать? Да, тихо ты же сама говорила. У Альки есть отец. Ой, Валя, ну какой отец? Он 6 лет понятия не имел, что у него дочка есть. В графе отец, у нее прочерк. Ну, а сестра эта двоюродная. Возьми. Ну, и где я ее искать буду? Я ее ни разу в глаза не видела. Пропала наша Настя. Совсем пропала. И Альку жалко. Она теперь сиротка. Ее ведь в детдом отдадут. Сейчас пойду. Что-нибудь навру Альке, чтобы она лишних вопросов не задавала. Аля! Аля! Ой, боже. Коллеги, прошу прощения, поступил срочный пациент. Нужно было назначить внеплановую операцию. Оперирует Донин Андрей Борисович. Сегодня его не будет, он уехал по личному делу, поэтому операция будет завтра. Времени у нас мало, давайте сразу перейдем к главному вопросу. Я хочу вам зачитать список сотрудников, которые поедут на международную конференцию новейшей технологии повышения качества жизни нейрохирургических пациентов. Итак, куратор группы Донин Андрей Борисович, участники Кудько Богдан Михайлович, направление сосудистая нейрохирургия. Леонтович Вера Алексеевна и Колесова Татьяна Витальевна, спинальная нейрохирургия и травматология. Также организаторы выделяют нам еще одно дополнительное место. Это место займет молодой сотрудник, нейротравматолог Одинцова Маргарита Дмитриевна. Спасибо вам, Семен Леонидович, за неожиданную возможность. Да, конечно. Коллеги, на сегодня все. Все свободные. Остальные вопросы в рабочем порядке. Поздравляю, Маргариточка. Спасибо. Это Донин все устроил? А ты как думаешь? Yes. Пожалуйста, найди этот адрес. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Лиза, но я уже ухожу. Андрей, очень приятно. А где мой сын? Уехал на гастроли. Опоздал. А вы заходите. Опоздал. А вы его девушка, он просто не рассказывал? Да, он никогда не рассказывает. Так что мое имя можете не запоминать. Держите ключи, закройте, когда будете уходить. Приятно было познакомиться и еще раз именинником вас. Взаимно, спасибо. Андрей Донин, это вы? Я тоже Андрей Донин, а вы, собственно? Что же ребенка на улице бросаете? Какого ребенка? Своего, собственного. Молодой человек, моему собственному ребенку сегодня исполнилось 28 лет. И никаких других детей у меня нет. Можно? Адрес ваш? Папа. Это было прекрасно. Спасибо. Только почему вы такой хмурый, Андрей Андреевич? День рождения. Тебя кто-то огорчил? В каком-то смысле. Качайся, качайся. Тебе разрешал кто-то брать это? Прости, я же не нарочно. Сядь, сиди и ничего не трогай. А вот это что? Ничего не трогай, молча. Здравствуй, сын. С днем рождения тебя. Счастья тебе, здоровья, успехов. А у меня для тебя подарок. Точнее, два. Один от мамы, а второй вот. Кто это? Это мой папа? А ты тогда кто? Я запуталась. Вай, ты можешь нормально объяснить? Имя Настя Крупник тебе о чем-то говорит? Это что, какая-то игра? Угу. Гляделки. Гляди, сынок. Настя, ну да, мы знакомы, но я ее последний раз видел лет 7 назад. Тебе сколько лет? 6,5. Хьюстон, а у нас проблемы. Знакомься, это твой папа. А я, получается, дедушка. Дедушка? Коллеги, коллеги, ускоряемся, ну, автобус не будет ждать. Андрюша, Кариночка. Ты иди. Позвони, когда едешь, тогда и поговорим. Да. О, хорошо. Андрюша, ну можно же в автобусе поговорить. Отлично. Сейчас папе отправим. Отправляем. Я кушать хочу и писать. Но сначала кушать. Нет, начала писать. Так. Все. Ой. Кажется, писать уже не хочу. Так, а что нам теперь делать? А у меня запасные колготочки есть. Вот, меня мама так научила. Мама тебя научила? А где она, твоя мама? Мама пропала совсем. Я не виновата. То есть виновата. Я не слушалась. Аль, ты что, плакать собралась? Так, а ну не смей, слышишь? Так, Алечка, ну не надо плакать. Ну, так, все, тихо, 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 тихо. Я же пошутил. На. Так, мы сейчас поедем ко мне домой, потому что здесь кушать все равно нечего. Давай, переодевай колготочки, а я выйду. Все, переодевайся. Давай. А если они спросят? Что спросят? Ну, кто ты, Альки? Как она пропала и почему? Я скажу так, как есть. Так вот на тебя они и подумают. Решат, что это ты ребенка куда-то дела. Ах, что это они на меня подумают? Я здесь при чем? Гражданки, а? Помощь нужна? А, нет, 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 сынок, ничего. Спасибо. Это мы так обсуждаем. Идем. Так, а я-то чего? Ты сама иди, все им там и расскажешь, про Альку. Ну, а мне уже домой пора, ужин внукам готовить. Извини. Тьфу. Привет. Ты меня видишь? Пальцем пошевели. Отлично. Голова. Голова болит. Да, я знаю. Потерпи. Это нормально. Помнишь, как тебя зовут? Имя, фамилия, а то будет как в сериалах про амнезию. Настя Крупник. С днем рождения, Настя Крупник. Так я не понял, вы ей кто? Никто, соседка. Я вообще ни при чем. Ни при чем. А родители где? Мать в больнице, отца нет, то есть он с ними не живет. Понятно. Значит, вас попросили посидеть с ребенком, а вы понятия не имеете, где он, да? Вы что, меня хотите обвинить? Я могла бы сюда вообще не приходить. Тише, тише, тише. Ну что за гвалт? Арчик. Ты слышал шум? Ребенок у женщины пропал. Чужой. Мать в больнице. Отца нет. Я что подумала? А она, наверное, в больницу к матери побежала. Услышала, как я по телефону разговариваю, и побежала. Я сейчас туда поеду. Подождите, а заявление-то будем писать? Я сначала туда поеду, а потом к вам вернусь. Точно! Алло. Привет. Ну, почему ты не перезвонил? Мы же договаривались. Ну, как подарок Андрюше понравился? Черт, подарок забыл. Ладно, Кать, тут такое дело. Ты опоздал. Я не удивлена. Расстроена, но не удивлена. Кать, тут просто такая ситуация, я даже не знаю, как тебе сказать. А я сама тебе скажу. Ты уехал в свою клинику, а когда приехал, Андрюши уже не было, так? Почти. Но потом… А мне не интересно, что у тебя там было потом. Абсолютно. Ну что, бабушке мы твоей пока, пожалуй, говорить ничего не будем. Сначала с твоей мамой разберемся. Настя, к тебе гости. Вообще сюда не положено, но раз вы родственница, 5 минут, не дольше. Спасибо. Здравствуйте, Любовь Федоровна. Здравствуй, Настенька. Как ты? Да ничего, нормально. Все в порядке. Мы как узнали про тебя, так перепугались, ужас. Все в порядке. Врач говорит, травма шеи, позвонка какого-то. Нужно наблюдать. Но вы не переживайте, я вас Алькой долго обременять не буду. Попрошу, чтобы меня поскорее выписали. А как там Аля? Хорошо себя ведет? Понимаешь, Настенька, пропала Алька. С утра прям я все дворы оббежала, нет ее нигде. Думала, она по телефону услышала, что ты в больнице, и сюда прибежала. Как пропала? Что значит пропала? Я ее целый день дома ждала, а потом в милицию побежала. Все там сделала. А что я еще могла? Стандартные манипуляции, препараты строго по графику, положительная динамика, ну вот ничто не указывало на кризис. Сереж, ну, травма позвоночника, отек в сушевом ткани, ну резкое движение, любой стресс могли спровоцировать. Днем она еще была стабильной. Даже какой шок надо испытать, да еще где, в клинике. Ой, хорошо, что я вас застала. Нужно заполнить документы по Насте Крупник. Нет, я спешу. В смысле? Вы единственная родственница? Не родственница я ей. Ошиблись вы. До свидания. Ты сыр с плесенью ешь? Испорченное не ем. И тебе не советую. Потом из туалета не вылезешь. А что там делаешь? Рисую, то есть раскрашиваю. Раскраски – это хорошо. Я тоже в детстве любил. А у меня что есть рас... Вот. Молодец, хорошая девочка. Скелетиком платье нарисовала? Да. Мне ее коллеги из Лондона подарили. Раскраску? Раритетную. Порисовала? Теперь давай спать. Вот сюда ложись. Давай. Вот. Я без сказки не усну. Спи. Ты какие сказки знаешь? Я никакие. Ну вот. Понятно. Теперь не буду спать. Золотой ключик или приключения Буратино. Давным-давно в городе на берегу Средиземного моря жил… Я боюсь! Кого, Буратино? Ты что, серьезно? Не смешно. Детские фобии – частое явление. Я перерасту. Это тебе мама сказала? Википедия. Там много было написано, но я не все поняла. А другие книжки есть? Поищем. Да. Привет, па, ты как? Угу, понял. Да нет, какие отношения? Повстречались неделю. Нет, она хорошая девочка, даже очень. Просто, ну, по срокам совпадает, да. Нет, звонил, конечно, телефон не отвечает. Ты не волнуйся, я вернусь, и мы совсем разберемся. Я перезвоню. У меня есть к тебе вопрос личного характера, можно? Угу. Представь, что у тебя случился роман. Яркий, стремительный. Допустим. Ты бы оставила ребенка? Что? Ну, ты бы оставила ребенка от этого человека? Ты меня серьезно об этом спрашиваешь? Да. Нет, извини. Глупо вышло. Конечно, не оставила бы. Но это ж какой дура надо быть. А я же не дура. Ты не дура. Доброе утро, сынок. С прошедшим тебя. Ну, как добрались? А с голосом что? Ну, у тебя точно ничего не случилось? Хорошо. Все, обнимаю тебя, сынок. Пока. Ну, как там наш лауреат международных конкурсов? Обижен. Я по голосу слышу. По-моему, ты себя накручиваешь. Ну, ребята, прилетели, посидели, отметили, вот он и страдает. Андрюша перед концертом? Это исключено. Знаешь, а я съезжу к нему на квартиру. Уберу там. Мальчик вернется, ему будет приятно. Мальчику 28 лет. Ему семью свою пора. Вадя, отстань. Мне реабилитироваться надо. Я ребенка с днем рождения не поздравила. У меня комплекс родительской вины, рефлексии, незакрытые гештальты. Тот еще коктейль. Я ничего не понял, но сочувствую. В таком случае, конечно, поезжай. Спасибо. Я тебя люблю. Ну, ребят, я тебя тоже очень люблю. Приятного аппетита. Так, сейчас завтракаем и едем ко мне на работу. Ты там тихонечко посидишь, потому что у меня сегодня трудный день. Я не поеду. В смысле? Не могу. Что значит не могу? Это работа, это не шутки. Я без косичек из дома не выйду. Исключено, я не умею плести косички. Косички. Да не морочь мне голову, у нас на работе с косичками вообще никто не ходит. Косички. У нас вообще косички запрещены. Косички. Я сказал нет. А я сказала да. Так, давай резинку. Заколку. Ну, вроде все. Готово. Ты манную кашу будешь? Только если без комочков. Хорошо, без комочков. Кстати, это тебе. Спасибо. А можно посмотреться в зеркало? Можно, иди. Тебе с сахаром? Ну, вообще-то я не ем сахар. Ну? Ого! Андрей, это вообще кто? Рит, да чего ты испугалась? Чего ты убежала? Я... Так, иди сюда. Давай, подожди меня здесь, хорошо? Сейчас я приду. Петя, кто же это был? И что это только что было? Это? Сюрприз для тебя. Что это за девочка? Дочка. Дочка Андрюша. Вот такой вот неожиданный сюрприз на 28-летие. То есть у твоего сына есть дочь, а ты ничего не знал? А он, в принципе, тоже. Ее вчера просто привели и оставили под дверью. В смысле, что за ерунда? Кажется, у нас молочко сбежало. Кто-то будет отдирать от плиты все. Так что давай, надень что-нибудь менее экстравагантное и приходи знакомиться. Но было красиво. Старалась. Тебя не учили стучаться? Привет. Я Аля. Ну, привет. Я Маргарита Дмитриевна. Ты красивая. Спасибо. Но давай для начала поговорим о твоей маме. Где она? Кто она? Мама пропала. Я не знаю, где она. Галь, доброе утро. Доброе утро, Сергей Олегович. Как наша пациентка? К сожалению, без изменений. Мы явно что-то упускаем. Возможно, какая-то старая травма или врожденное заболевание. Ой, Галь. Когда придет ее родственница, да, пожалуйста, пригласите ее ко мне. Она не придет. Оказалось, она никакая не родственница и вообще странная женщина. Так, а ее еще кто-нибудь навещает? Никто не навещает. И я звонила ей на домашний, никто не отвечает. Ей вообще нужны платные лекарства. Я не знаю, что делать. Ну, выпишите мне, пожалуйста, ее адрес. Буду что-то решать. Хорошо. Рита, а ты моему дедушке кто? Аль, закрой кран. Рита моя девушка. Сядь, пожалуйста, ровненько и ешь. Невеста? То есть, когда вы поженитесь, Рита станет моей бабушкой? Нет. Но жена дедушки – это бабушка. Такая вот стремяжная правда жизни. Какая, прости? Стремяжная. Так тетя Зоя из Хлебного говорит. Значит, послушай меня. Когда я говорю сидеть спокойно и есть, это значит, нужно сидеть спокойно и есть, ясно? Второе. Я для тебя, Андрей, Рита, Рита и никаких деда и баба, понятно? А теперь марш в другую комнату, посиди там и займись чем-то менее разрушительным. Эфиопия. Что-то я переборщил. Да все ты правильно сделал. Девочка явно разбалованная. Где вообще ее мама? Ты искал ее? Какая женщина может оставить своего ребенка на пороге у чужих людей? Ты не дедушка, ты злой, как Кощей, и противный, как Буратино, вот! Буратино? Она Буратино боится. Не спрашивай. Пойду к ней. Вадик, привет. Ты заберешь меня сегодня после лекции? Спасибо. Нет, ничего не случилось. Я надеюсь. Тетя Зоя говорит, врачи только жилы из всех нас тянут. Тянут это в реабилитационном центре, а у нас хирургия. Эти жилы сначала пришить нужно. Андрей Борисович там министерский ждет, поговорить хочет. С утра здесь. Алечка, побудь с тетей Ритой. Андрей. Доброе утро, Андрей Борисович. Доброе утро. Привет. Здрасте. Это кто? Внучка Андрея. Не спрашивай. Подарок на свадьбу. Детей нет, сразу внуки пошли. Лер. Ну я шучу. Вот не смешно. Вернется сын Андрея с гастролей, и проблема будет решена. Пока вот так. Я бабочку поймала. Ух ты. Выброси. Идем. Давай. Красивая бабочка. Давай. А игрушки здесь есть? Нет. А карандаши есть? Нет. А можно мне… Значит так. Вставай. Давай. Правила такие. Ты сидишь здесь и не издаешь ни звука. В противном случае я звоню в службу утилизации детей. Поняла? А что такое утилизация? Это когда маленьких вредных девочек превращают в уток. Так не бывает! А, еще как бывает. Да. Я поняла. Хорошо. Когда? До какого числа это нужно сделать? Хорошо. Угу. И что они сказали? Да. Угу. Все. Хорошо. Можно мне к вам? Сюда только врачам можно. А я врач будущий. У меня дедушка врач Андрей Донин. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. На что жалуетесь? Вы знаете, уже ни на что не жалуюсь. Спасибо вашему дедушке. Если бы не он, я бы без ноги осталась. Ужас какой. Такс. Так, так, так. Я вырасту, тоже врачом буду. На врача 8 лет учиться надо. У меня мама врач, я знаю. Уколы ставить, рентген. Ты даже слушаешь неправильно. Можно подумать, ты уколы умеешь ставить. Умею. Меня когда Барсик болел, я ему ставила. Вот, смотри. Ну и что? А я прямо сейчас на врача учиться начну. Лучше тебя буду, вот увидишь. С вашей ногой все хорошо, я проверила. Правда, спасибо, доктор. Выздоравливайте, я еще зайду. Спасибо. Зайдет она. Операция прошла успешно, пациент стабилен, показатели в норме. Господи, я благодарю вас. Вы моего сына спасли. Чем я могу вас отблагодарить? Я все что угодно сделаю. Хотите, угостите меня кофе? В смысле? В нашем кафетерии он, правда, дрянь, но сейчас меня вполне устроит. Конечно, конечно. Пойдемте, я вас проведу. Андрей Борисович. Тома. Андрей Борисович. Спасибо вам. Я знаю, денег вы не берете, но вот... Обращайтесь в любое время с любыми вопросами. Министерство внутренних дел, директор департамента. Михаил Юрьевич, вы знаете, есть просьба. Нужно найти человека, женщину. Так, лор, медсестра. О! Привет! Я Петя! Рентген. Вау! Класс! А сейчас будем тебя лечить. Да, я буду у себя в кабинете. Андрюш, ну что, как дела? Будет ходить наш легкоатлет? Вся клиника на ушах. И ходить, и бегать, и брать олимпийское золото. А ты знаешь, что ты у меня гений? И сидишь в этой заштатной клинике, а главное, все тянет заменой. Может, поговоришь с ним еще раз? Поговорю, но позже. Теперь есть обстоятельства, которые волнуют меня гораздо больше Германии. Что ты имеешь в виду? Что, Альку? Кстати, где она? Слушай, да пару минут назад здесь была, и я не знаю. Сколько раз я тебе говорила, что бегать по клинике нельзя. Почему я тебя ищу по палатам, Саш? Ну, мам. Ой, что это у меня там? Так, что здесь? Эй, ты чего? Цела? Много еще кнопок успела нажать? Нет. Я только лампой немножко поиграла. Ага. Я на врача учусь. Я поняла. Испугалась? Тебе что, никогда не говорили, что нельзя на все кнопки подряд нажимать? Говорили. Вот он. А это вообще нормально, что ребенок может попасть в рентген-кабинет? Меня срочно в регистратуру вызвали. Я же не думала, что здесь. Так вот, в следующий раз вас вызовут на дисциплинарную комиссию. Саша, брысь. Давайте просто радоваться тому, что все обошлось. Ребенок один без присмотра шатается по клинике. А, то есть это я виновата? Так, девочки, давайте успокоимся. Это мой ребенок, внучка. У вас внучка есть, я не знала. Я тоже. Вы шутите так сейчас? Альчик, медведя бери. Пойдем. Андрей, что с тобой сегодня? Весь день как воду опущенный. Андрюш, может, приболел? У меня есть аптечка в номере, я с собой всегда вожу. Девочки, все хорошо. Лекарства вон у нас хватает. Андрюша, браво. Такой успех нас хотят видеть на традиционном балу. Так, девочки, сейчас всем отдыхать, автобус ждет. Давайте, давайте, девчонки, заканчивайте, ну. Ой-ой-ой, а ну-ка дай, дай профессионалу. Да, это я вам звоню. Уже не работает. А куда перевелась, не знаете? Не знаете. Ясно, спасибо, извините за беспокойство. Ну что, за успех? За успех! Ура! Андрей, это не ребенок, это сплошной хаос. Рит, я прекрасно помню, тема детей табу, но Аля есть, и она моя внучка, поэтому, пожалуйста, наберись терпения. Какая внучка? Ты в этом уверен? Андрей, да у твоего сына на каждых гастролях новая Настя. И сколько таких Аль еще нам подкинут под дверь? Рит. Вы это едите? Можно я попробую? Конечно. Андрей, ты ведь понимаешь, что я права? Давай не сейчас. Ну, давай сделаем тест ДНК, и все станет на свои места. Позже обсудим. Сейчас давай просто спокойно поужинаем. Ешь. Рит, помоги мне. Да. Здравствуйте, Андрей. Михаил беспокоит. Мы нашли адрес Анастасии Крупник. Отлично, Михаил. Записывайте, диктую. Простите, пожалуйста, а вы не знаете Анастасию Крупник? А что? Ну, я врач. Она сейчас находится в больнице, а мы не можем ни с кем из ее родных связаться. Нет у нее никого. Родители давно умерли, мужа тоже нет. Что, совсем ни одного родственника? Ни одного. Ну, спасибо. Понятно. Так, это здесь. Да, прям скажем, не самый лучший район для ребенка. Ну, как бы там ни было, теперь у этого ребенка все будет хорошо. Даже не верится, что сейчас мы увидим маму Али. Ну, на твоем бы месте я многого бы не ждала от этой встречи. Меньше надежд, меньше разочарования. Солнечко, просыпайся. Ты как? Все хорошо. Только руки рыбой пахнут. Вот, держи, вытришь. И лицо. А то твоя мама подумает, что за тобой не ухаживали. Ну что, навстречу к маме? Да. Пошли. Держи. Ну что, Аль, какой твой подъезд? Это не мой дом. Что значит не твой? Посмотри внимательно. Точно не мой. Похоже, но не мой. Я же вижу. Чертишь ты. Ну как же так? Ты уверен? Дом 25, квартира 12. Здесь живет Настя Крупник, и у нее есть дочка Аля. Ты не расстраивайся. Ну, че я расстроюсь? Мы обязательно маму найдем. Обязательно. Конечно, найдем. Пойдем? Пойдем. Пойдем, деда. Садись. Не понимаю, как он мог так ошибиться? Он не ошибся. Я просил найти Настю Крупник, 25-30 лет. Один ребенок живет в нашем городе. Он нашел. Андрюш, а ты помнишь, как она в ресторане сказала, как в моем городе, только лучше? Ты хочешь сказать, шестилетний ребенок приехал сам в другой город? Ну, я просто цитирую ее слова. И про маму свою она ничего не говорит. Пропала и все. Ладно, разберемся после конференции. Ты, кстати, ее на кого оставишь? Да ни на кого, с нами поедет. Но мне кажется, это не очень удобно. Как насчет Кати? Она все-таки родная бабушка. Катя. Представляю себе ее реакцию. Снова ты свои проблемы сваливаешь на меня, Андрей. И почему ты молчал, и как Андрюшу допустил. И это из-за тебя он такой. Говорит, всех этих Катиных я просто больше не выдержу. Андрей, это серьезное мероприятие. Это иностранные делегации, ребенку там не место. Да, это серьезное мероприятие. Да, это иностранные делегации. Ну что? Да ничего. Ладно, ты устал, я устала. Выключи, пожалуйста, свет. Андрей, давай завтра поговорим. Поговорим завтра. Пришла спросить, но вы уже спали. Я ждала и сама уснула. Ты не виноват. Устрица – это не детская еда. Тем, лучше тренироваться, косички плести. Это просто какой-то кошмар. Я готова ее убить. Кого убить? Да девчонку эту. Представляешь, с нами в постели спит. А дальше что? Вместо меня? Этот еще ее на конференцию тащит. Да, а где мать? Расспросили? Да расспросишь ее. Вечно глаза на мокром месте. Мамочка пропала. Я бы, конечно, может, из нее что-то и вытрясла. Но разве Донин позволит? Выдумал, что она его внучка. Наследница. Хотя еще далеко не факт. Да черт с ней, с этой матери. Есть братья, сестры, там дяди, тети. Ну, пораспрашивай. Лер, слушай, кольца нет. Как ты нет? Оно же было, это кольцо. Ну да, в вещах у Андрея было кольцо, а теперь нет. Это плохо. А может и хорошо. Может, он решил тебе на конференции сделать предложение. Это же очевидно, он сам все устроил и с главным договорился. Ну, может быть. Не подумала. Добрый день, коллеги. Как добрались? Все хорошо. Привет! Привет! Как тебя зовут? Алина. Ух ты, какой красивый дом. Мы в нем будем жить? Да, будете жить. Аля. Класс! Рита, смотри, цветочки. Коллеги, я рад вас приветствовать на нашей конференции. Проходите на ресепшн, вас там обязательно разместят, пожалуйста. Знаешь, я когда была маленькая, я часто ездила в деревню к бабушке. У нее тоже там такие были цветочки. А у меня нету бабушек в деревне. И дедушек тоже нет. Ну, а братики, сестрички? Нету, кроме Пети. Петя? А кто такой Петя, где живет? Вот он, это мой Мишка, вы с ним знакомы. Петю все любят. Только Маша один раз чуть не выбросила. Она вообще злая, как Баба Яга из сказки. Маша, это тоже твоя игрушка? Нет, не игрушка. Это тетка моя, Мария Степановна. Ага. А по маме или по папе? По маме. Она мамина сестра. А живет она где? Тоже в столице, как и вы. Угу. Ясно. Я с ней не дружу из-за Пети. Я к Андрею. Алло, Лер, ну ты гений. Оказывается, у девочки есть тетя. Да, я чуть позже тебе все напишу. Давай. Девочки, предлагаю оставить вещи в номере и в ресторан. Угу. Ой, а можно мне карточку? Дел. Класс. А какая она интересная внутри. Ммм, вкусно. Только мама еще морковку сорвет сверху. Для витаминов. Нужно их научить. Научи, Малечка, научи. Рит, я понимаю, что для нас это больше формальность, но все-таки. Рит. Что это? Не нравится? Ты посмотри. Не понимаю. Простите меня. Не понимаю. Простите. Я просто взяла поиграть, но немножко. Аля, верни. Я не могу. Я его дома у Андрея оставила. Господин Донин, извините, здесь журналисты медицинского информационного портала хотят взять у вас интервью. Уделите им час вашего времени. Девочки, идите в номер. Позже все обсудим. Прости. Можно я доем? Нет. Вставай, в номер пошли. Так, я на конференцию, а ты останешься в номере. Я одна боюсь. Можно с тобой? Ты не одна, ты с Петей. Посидишь, подумаешь над своим поведением. Ничего страшного. Ну, Рит. Станет скучно, включи телевизор. Петя, мы совсем одни. Ты молодец. Нет, я сейчас иду на обед с очень важными иностранцами. Да, я в том платье, которое ты для меня выбрал. Ну все, солнышко, я тебя целую, пока. Привет. Вы можете позвать Андрея? А ты что, одна? Рита обиделась на меня и ушла. Мне страшно. Голова разболелась. Ой, да ты вся горишь. Солнышко, скажи, я могу войти в номер, да? Спасибо. Что случилось? У девочки поднялась температура, но никого не было. Я вот тут купила всякого. Сбила, конечно, но... Пожалуйста, не оставляйте ее одну. Я поняла вас. Спасибо, Тань. Ну, я дальше сама? Ну, конечно. Что случилось? Андрюш, ты не переживай. Просто немного поднялась температура. Не знаю, может, переволновалась, переезд или это кольцо. Я сама не понимаю, что на меня тогда нашло. Ну, не переживай, уже все хорошо, мы справились. М? Спасибо тебе. Ты молодец. И извини за эту ситуацию с кольцом. А где тетя Таня? Тетя Таня? Мне стало плохо. Риты не было. Тетя Таня купила лекарство и полечила меня. Ну, а сейчас лучше? Ложись. Андрюш, я отвлеклась на пару минут. Спасибо. Коллега, как насчет виски в конце тяжелого дня? В конце тяжелого? Легко. За здоровье. Как, Аля? Лучше, спасибо. И спасибо, что помогли. Я знаю, что вы из-за этого мероприятия пропустили. Ну, какое мероприятие? Ребенок заболел. Вы сегодня восхитительно выглядите. Спасибо. Если бы на работе вот так. Нет, в смысле, вы всегда прекрасно выглядите. Просто это, наверное, самый неуклюжий комплимент, который вам когда-либо делали. Нет, нет. Мне приятно. Я просто себя в этом все как-то чувствую, как корова на льду. Мне в форме привычно. Ну что, ну какая корова? Скорее, не знаю, лань. Все. На сегодня с комплиментами достаточно. Какая лань? А давайте перейдем на «ты». Давай. Рита, можно мне водички? Нельзя водички. Не переживай. Он, наверное, тете Тане пошел спасибо сказать. Ты злишься на меня? Из-за колечка? Я же не нарочно. Я не злюсь. Помолчи, пожалуйста. Ну, не злись. Все, я молчу. Нет, ты точно не внучка Андрея. Ужасно воспитана, вечно жалуешься, вещи чужие крадешь. Тебя никогда здесь не примут, нет? Так и останешься подкидышем. А кто такой подкидыш? Это тот, кто никому не нужен. Спи. Так что сын вырос, можно сказать, без моего участия. Все благодаря бывшей жене. И танцы, и детство, и музыка. Все только Катины заслуги. А теперь вот Аля, я понимаю, что абсолютно не понимаю, как себя с ней вести. Ну, мы все учимся. У меня, когда муж умер, тоже думала, что не справлюсь. Сашка очень его любила. Немного, много времени вместе проводили. И потом мы с сыном как-то вдруг, совершенно вдруг остались одни, но справились. И ты справишься, знаешь почему? Почему? Потому что ты хороший человек, и потому что тебе не все равно. Спасибо. Знаешь, я почему-то иначе тебя представлял. Жаль, что раньше вот так вот не общались. Я тоже приятно удивлена нашему новому знакомству. Спокойной ночи, Андрей. Спокойной ночи, Тань. Спокойной ночи, Андрей. Спокойной ночи, Таня. Рита, Рита, проснись. Где ребенок? Охранники на этажах говорят, что не видели. Мы поспрашиваем еще горничных. Может быть, проскочила в номер, уснула. Ребенок все-таки. Хорошо, спасибо. Держите меня в курсе. Хорошо. Что, в отеле ее не видели? А вы точно все хорошо проверили? Рита, они делают все, что могут. Пойдем, сами будем искать. Меня поймите, ребенок заболел. Высокая температура, но не могла я попасть на ужин голландцам, ну никак. Ну ничего, голландцы сегодня обедают в ресторане в городском парке. Можете подойти? Да. Если нужно, организуем машину. Не-не, ничего не нужно, вы мне просто адрес напишите. Женщина, 25 лет, автомобильная авария, травма шейного отдела позвоночника, кома второй степени, угнетенные рефлексы, ослабленные реакции зрачков на свет. Мы исключили все вирусные заболевания, но так и не смогли определить причину кризиса. Динамика. Нет, позитивная динамика отсутствует. Стандартное лечение не помогает. Нужен семейный анамнез, возможно, что-то наследственное. Ну а в чем дело? Ищите родных. Но, насколько я знаю, у нее нет родных. Тогда ставьте в плановую очередь. Наталья Евгеньевна, ну вы же понимаете, мы потеряем месяц, а то и два, а это может привести к необратимым последствиям. А что вы от меня ждете? Клиника делает все, что возможно. Резерв ограничен. Или ищите родных, или протокол вам известен. Скажи мне, ну головой же надо думать. Потеряешься, что будешь делать? На улице жить одна? Так, сожми мою руку. Крепко сожми. Все, идем домой. Помните, вы не видели эту девочку маленькую, лет 6-7, рюкзачок с медведем? Какую девочку? Вот ее фотография. Нет, не видел. Спасибо. Мальчик, я не видел маленькую девочку лет 6-7 с медведем? Андрюша, ну с чего ты взял, что она может быть здесь? Если бы я был ребенком, я бы тоже пошел в парк. А куда она еще могла пойти в этом городе? Будьте любезны, вы не подскажете, где вот этот ресторан? Мне сказали, где-то в парке. Смотрите, идете по этой аллее, через 100 метров налево, и там сразу увидите. Спасибо большое. Кариночка, не составишь мне компанию за обедом? Я знаю здесь один шикарный чешский ресторан. Прости, не сегодня. Давай в другой раз. Не хочет девушка с тобой обедать? Растерял былой шик, Лёва. Растерял. Здравствуйте, свеженькая у вас? Конечно, выпечка свежайшая, сегодня утром. Вот эти с яблочком, ну это просто слоечки сладенькие. Эти с горохом, а эти с капустой. Капустой, да. Хорошо. Может мне давать… Ты что делаешь? Простите, я не специально, так получилось. Оно само. Чем ты вернешь? Вот чем ты вернешь? Вот такая маленькая, а уже воровка, а? Где твои родители? Пусть они мне заплатят за пирожок. Или она бродяжка? Я не бродяжка. У меня есть дедушка, врач. Честно-причестно, он и вас может полечить, если нужно. Она еще и хамит. Она еще и хамка, а? Да ладно вам, ребенок-то булку взял, делов-то. Давайте я лучше вам заплачу. Правильно, правильно. Поощряйте воровство. Угу. Сегодня она булочку украла, завтра хлебушек. Конечно. А, вон и полиция. Полиция, у нас тут ситуация, пожалуйста. Меня что, заберут в детский дом? И правильно сделают. Нет, я не сиротка. У меня мама есть. И папа, и дедушка. Ага. Тихо. Успокойся, успокойся. И расскажи, где твой дедушка. Он в парке? Можешь показать? Нет, я от него убежала и потерялась. Я же вам говорила, она все придумывает. Я знаю таких детей. Их специально посылают вынюхивать, высматривают. Нет, это ж целая мафия. Нет, я не мафия. Я не мафия. Не мафия. Мафия. Не мафия. Аля. Во, а вот и взрослые вот появились. Аля. Тетя Таня. Маленькая. Она что-то взяла? Сколько? Скажите, я плачу. Это было бы очень хорошо. А вы тетя девочки? Да, да. А у вас документы есть? Нет, у меня документов нет. Я на секунду номера 48, пожалуйста. Да, давай. Спасибо. О, Лев Евгеньевич, а вы почему один? Карина сказала, что у вас обед с чехами. Да что-то настроения нет. Вы очень красивая пара. Пара? Ну да, спасибо, конечно. Но я стараюсь не давать никому лишних надежд. Понимаете, о чем я? Конечно, понимаю. Сам таким был. Музыкант, свободный художник, вся жизнь привязана только к своему инструменту. Андрюш, через неделю мне 50. Детей нет, жены нет, вон, волос тоже нет. Да, даже собаку завести не могу, оставить не на кого. Я готова, пошли? Еще. Хорошо вечер. Взаимно. А вы до которого часу работаете? Да. Угу. Да. Ну, думаю, часиков 7. Серегу? Конечно, привезу. Да, давай. Ну что, вечером на дачу? Ленка плов приготовила. С подружками. Не, Дим, я пас. Сегодня допоздна задержусь. Травматология, список практикующих. Ясно. Ну, не понимаю, зачем ты лезешь? Ну, найдешь ты специалиста практикующего, теоретически. И что? Дим, ну, не начинай. Не, ну я серьезно. Бумажки будешь сам собирать, фонды подаваться, документы подписывать. Мой тебе совет. Смирись, друг. Спасибо за совет. Нашел. Вот он. Донин Андрей Борисович. Ну ты замахнулся. Да. Проходи, не стесняйся. Волнянский, а ты в этом семестре на лекциях был хоть раз? Что-то я тебя не помню. А так? А так помню. Действительно был. Ну что ж, в таком случае тяни билет. Ты не наглей? Виды и процессы памяти. Основные процессы памяти – это сохранение, воспроизведение и распознавание. Индивидуальность памяти проявляется в том, как совершаются… Стоп. Можно билетик? Давай. Институции брака и квалификация семейных конфликтов. Так, а здесь у нас что? Виды и процессы памяти. Прекрасно. Ну, вижу, здесь ты готов. Что, с конфликтами будем делать? А? Да что? Все понятно с ними. Предки разводятся, у детей стресс, потом проблемы с социализацией, боязнь сближения с людьми и этот, как его, инфантилизм. Это ты где такое вычитал? Да это у меня в семье так. Отец с мамой 10 лет уже сквозь зубы общаются. Так что, можно сказать, экспериментальным путем дошел. Вот что, Волнянский, за подготовку тебе не от, а за сообразительность право пересдать с другой группой. Свободен, Волнянский. Аля. Здравствуй, Андрей. Привет, Катя. У тебя что-то срочное? Нам нужно с тобой поговорить о сыне. Мне кажется, у него проблемы. Он тебе что, рассказал? Да разве он расскажет? Но я чувствую. А ты ничего не замечал? Катя, он взрослый мужчина, захочет, сам расскажет. Я в его дела не лезу и тебе не советую. Ну, понятно. Как всегда, каждый сам за себя. До свидания. Глупый порыв, Катя. Прям не узнаю тебя. Следующий. Катя, а знаешь что? Что? С кем я говорю? В смысле, в полиции? Теперь в садике все меня бояться будут. Че это? Ну а как же, я же в тюрьме сижу. Это не тюрьма. И на куклу придется сидеть. Аля. И что же у меня имя такое короткое? Аля, не говори глупостей. Пойдемте. Да, это Аля. Дедушка. Алечка, солнышко. Андрей! Как ты нас напугала? Ну разве так можно? Все хорошо? Все нормально. Отлично. Можно, пожалуйста, ваши документы? Да. Подержи, пожалуйста. Иди-ка. Паспорт, вот. Спасибо. Ну что, котик, сейчас домой поедем. Да? Танечка, это чудо, что ты ее нашла. Спасибо тебе, Ваше. Ну, не говори глупости. Разве я могла бросить ребенка? Давайте поскорее из этого ужасного места уедем. Одну минуточку. Девочка сказала, что у нее фамилия Крупник, а ваша Донин? А это дочь моего сына, моя внучка. Он кто? Он Андрей. Он твой дедушка? Андрея нельзя так называть. Алечка шутит. Я дедушка, да. В смысле нельзя так называть? Дедушка, дедушка. Понятно. Скажите, где отец девочки? И может ли он предоставить подтверждающие документы? Сейчас я подойду. Да. Отец сейчас на гастроли. И? Он приедет и документы предоставит. Вот когда приедет, вы всем будем разбираться. Послушайте, неужели это никак нельзя решить? Алло, Валентин Константинович, у меня к вам просьба очень срочная. Здравствуй, Андрюш. Андрей, это кто? Его девушка. А я, пожалуй, пойду. И как ты сюда попала? Горничная пустила. Сказала, что я твоя девушка, приехала мириться. Она мне поверила. И знаешь почему? Потому что я сама верила в то, что я говорю. Лиз. Хочешь спросить, почему не позвонила заранее, не предупредила? А ты бы встретил с цветами? Лиз. Я тут недавно прочитала очень интересную статью про сов. Считалось, что совы исключительно моногамные птицы. Красиво ухаживают, остаются в паре много лет. А недавно ученые выяснили, что совы бросают своих партнеров. Получается, они притворялись, изображали любовь, а на самом деле никогда и никого не любили, кроме себя. Вот такое вот птичье лицемерие. Ну, допустим, про сов я кое-что знаю. Пока. Мам, ты не вовремя. Я позже перезвоню. Андрюша, скажи честно, у тебя все хорошо? Лучше всех. А я думаю, ты меня обманываешь. Ма, я помню, что ты у нас психолог, но давай я вернусь домой, и мы устроим с тобой сеанс. Покопаешься в моей противоречивой натуре. Хочешь, я тебе про свое детство расскажу? Хорошо. По возвращении жду твоего звонка. Итак, резюмируем. Сын на гастролях, с матерью девочки вы контакт не поддерживаете, девочка называть вас дедушкой отказывается. Только непонятно почему. Уважаемый… младший лейтенант Кудько. Уважаемый младший лейтенант Кудько, это просто недоразумение. Послушайте. Я вас слушаю последних 30 минут и даже сочувствую вашей ситуации. Но поймите, отпустить ребенка с чужим человеком я не могу. Да я не чужой. Товарищ капитан, городской снимите. Господи, о чем вы тут разговариваете? Девочка признала своего родственника. Давайте подписывать документы, и мы идем. Вам что, заняться больше нечем? Хотите проблем? Так, кто у вас там медицинское светило? Вот. Прекрасен воздух свободы. Дед, а ты мне купишь еще? Деточка, а ты не лопнешь там? Давай. Тетя Таня опять меня спасла. Ты лучше скажи, что ты из отеля сбежала. Разве можно так делать? Это я виновата, да? Рассердилась на тебя. Если бы знала, никогда так не поступила. Ты меня простишь? Прощаю, только я не хочу быть подкидышем. Каким еще подкидышем? Который никому не нужен. Так кто тебе слово такое ужасное сказал? Ну какой же ты подкидыш? Мы тебя очень сильно любим, мальчик. Настюш, я знаю, ты меня слышишь. У меня для тебя очень хорошая новость. Я нашел врача. Специалиста по травмам позвоночника. Он тебя вытащит. Верь. А вы уже договорились о консультации? Ну, пока нет, Галь. Но я буду пробовать. Я сегодня лично поеду, все объясню. Ну, девочка же совсем одна. Сергей Олегович, он настоящий альтруист. Ну, вот зачем ему это? У него нет ни денег, ни родственников. Я, наверное, глупости говорю. Да нет, Галь, все правильно ты говоришь. Ну, а вдруг? Было бы здорово. Она такая хорошая. Алька, смотри, сколько подарков я тебе купила. Смотри, какой крутой мишка. А вот интересная книжка. Вот еще, и вот еще много-много классных подарков. А эта книжка намного круче твоего старого, он даже рычит. Петя не старый, просто запачкался, вот, я его отмою. Не смей так говорить про него, он же обидится. Хорошо. Мне ты тоже игрушек накупила, чтобы задобрить? Ну, ты же знаешь, я не умею с детьми, но обязательно буду учиться, и мы с тобой подружимся, правда? Правда. А сейчас давай собираться на фуршет. Что такое фуршет? Это где много вкусной, бесплатной еды. Я не хочу на фуршет. Олечка, но мы должны туда попасть, потому что там много очень важных дядь и теть, с которыми дедушка должен поговорить. А завтра мы поедем домой. Я сейчас хочу домой. Рит, действительно, поехали сегодня. Доклады закончились, машину нам предоставят. Пару часов, и мы дома. Андрей, мы же договаривались встретиться с немцами и поговорить с ними перед переездом. Я же сказала, я насчет переезда еще ничего не решил. Рит, не расстраивайся. Вдруг твои немцы еще раз приедут. А ты не вмешивайся во взрослые разговоры, поняла? Угу. А я смотрю, ты учишься на лету. Учусь. Ну так пойди у немцев поучись. Обиделась. Мы исключили все возможные факторы, но она все равно не приходит в сознание. Есть опасения необратимых последствий. Нам очень нужен специалист уровня Донина. Да, я понимаю, что я должен был позвонить. Я не знаю, на что я надеялся. Наверное, на чудо. Вы уж извините меня, я пойду. Постойте. Знаете, как мы поступим? Я анамнез девочки положу сверху. Андрей Борисович вернется и увидит его первым. Оль, спасибо вам огромное. Вы только в курсе меня держите, хорошо? Хорошо. До свидания. До свидания. Че за мужичок? Симпатичный. Из пригорода врач. Историю пациентки привез. Хочет, чтобы Донин оперировал. Молодая девчонка. Авария, кома. Жаль. Жена. Да нет, никто на ему просто жалеет. Значит, любовница. Дура ты, Лера. Все у тебя через постель. Ну да, В жизни же все так устроено. Просто так. Сейчас Донин ее помчится спасать, твою провинциалку. За спасибо. Ой, люди. Господин Донин, трансфер уже готов. Отлично. Если вы не возражаете, к вам присоединится еще один участник конференции. Да, конечно, пожалуйста. Тогда придется пару минут подождать. Окей. Заколку в номере забыла. Придется возвращаться. Заходите в наш магазин. Там есть прекрасное детское платьице и заколки. Деда, у нас ведь есть пара минут? Есть, внучка. Идем. Скажу честно, очень жаль, что вы уезжаете. Может, все-таки останетесь? У нас шикарный фуршет на закрытии. Спонсоры расстарались. Я не любитель шумных вечеринок. И насчет фуршетов у меня сын недавно научился готовить яичницу. Да вы что? Да. Лучший фуршет в моей жизни, с учетом скорлупы. А где ваши спутники? Мне сказали, что они уже здесь, возле машины. Ничего, я подожду. Спасибо большое. Счастливой дороги. До свидания. Всего доброго. Алло, сына, ну что, как у тебя дела? Так, у меня тоже хорошо. Валентина Ивановна, позови, пожалуйста, к телефону. Валентина Ивановна, я уже еду домой, так что вы можете уходить. Да, все в порядке. Да, спасибо, до свидания. Ну, красота. Прям настоящая принцесса. Ваше высочество. Теперь Вовка точно разлюбит свои игрушки и влюбится в меня. Хотя ты секреты хранить умеешь? Умею. Мне еще Сашка нравится, сын тети Тани. Да? А два принца немного? Может быть, одного выберешь? У тебя же тоже две принцессы. Одна красивая и добрая, а вторая тоже красивая, но злая. Злая – это кто? Рита? А добрая кто? Тетя Таня. А кого же мне из них выбрать? Я не знаю. Не переживай. Тебе правильный ответ подскажут. Кто подскажет? Звезды. Так в сказках всегда бывает. Идем уже, звездочет. Я принцесса. Ваше королевское высочество. Тетя Таня, это ты с нами поедешь? Да. Класс! Какие симпатичные звезды. Спасибо. Точно. Тебе тоже нравится? Да, красивенькие. Прошу. Рык. Спасибо. Все, домой. Что-то случилось, Маргарита Дмитриевна? Да, девочка вот заколку свою забыла. А. Андрей Борисович просил передать, чтобы вы не беспокоились, ваш номер до завтра оплачен. Буду счастлив видеть вас сегодня вечером на нашем фуршете. Хорошо, я поняла, спасибо. Тогда до вечера. Лера, я не могу сейчас говорить. Что значит не могу? Танцуй, подруга. Моя Лежа для тебя пробила эту тетку. И адрес есть, и телефон, и даже фото. Сейчас все сброшу. Так, а ну шпана, пошли вон отсюда! Разнесете, мне сейчас тут все колония по вам плачет! Маша, убери детей! Маша, телефон возьми! Ну что такое? А чё ж ты разорался на детей? Я руки скрючила или пузо к полу тянет? Маша, шау, у меня сохнет канифоль! Да лучше тебя что-нибудь другое отсохло! Устроился бы на нормальную работу, телевизиончик. Так, Маша, сюда! Мешайте! Да. Мария Степановна, здравствуйте. Да, я. Меня зовут Рита. Да. Точнее, Маргарита Одинцова. А что стряслось-то? Тут сложилась у нас непростая ситуация, и, в общем, Ваша племянница у нас. Только вы не волнуйтесь, с ней все хорошо. Так о чем мне переживать-то? Пусть мать ее переживает. Или Наська опять с хахалем куда-то сбежала. Хотя куда и такой правильный. А знаете, я ей говорила, вот ты залетела от этого столичного пижона, вот и дурой не будь. Деньги тяни. Дитя это ж жила золотая. Нет, гордая, говорит. Я ему не нужна, значит. Даже не сказал, что она беременна, представляете? Ну да, вы наверное, правы. Просто ребенок к нам попал случайно, и хотелось бы узнать, когда вы его заберете. Альку? Так она мне на кой? У меня он своих двое. Ну как же, вы же родной ее человек, и что, оставите у чужих людей? Так мне некуда взять ее. Куда же я ее возьму-то? Ну вы женщина же воспитанная. Я же он по голосу слышу. Ну так решите там все сами. А Наська появится, я вам сразу сообщу. А еще знаете что? Это, отца Алькиного разыщите. Вдруг дочь признает. До свидания. Папаша, папаша. Нужны вы больно папашам. За супом смотри. Да, нужна она своему папаше. Привет. Некрасиво с Лизой получилось. Мне надо было сразу тебе все рассказать. Да, так себе ситуация. Что еще я тебя не знаю? У меня есть дочь. 6,5 лет. Зовут Аля. Это мой отец. Ну все. Теперь между нами не осталось секретов. У тебя есть ребенок? Да, так получилось. Я не знал о ней, даже не видел ни разу. Это же такая ответственность. Ты вообще готов ко всему этому? Не знаю. Вот тебе рассказала, как-то легче стало. Карин, спасибо тебе большое за все. И пока. Пока. Папаша. Алло, пап, привет. Как там Аля? А я завтра приеду. Да, раньше освободился. Ага. Да? Отлично, сынок, ждем тебя. Спасибо. Олечка, я тетю Таню проведу и приду, да? Я пить хочу и писать, но сначала пить. Нет, сначала писать. Бери ее с собой, у меня и попьете, и пописать. Это удобно? Ну, что ты говоришь? Пойдем. Пойдем. Подожди, хорошо? Спасибо. Где твоя баранная? Вон. Мама, мамочка любимая приехала. Привет, Катя. Здоровайся с гостями. Здравствуйте, Андрей Борисович. Здравствуй, Саша. Привет. Привет. Аль, ты, кажется, хотела… Я перехотела. Понял. О, вы, может, голодная? Я могу яичницу пожарить. Но он может. Да? Угу. Нет, ну твою яичницу мы должны попробовать. Тем более, что мы фуршет пропустили. Хорошо, давай, Жги. Я водителя отпущу тогда. Угу. Окей. Молодой человек, я бы попросил бы вас все-таки быть немножко трепетней. На этом инструменте играли еще тогда, когда наши с вами прабабки шлепали босыми детскими ножками по родительскому двору. Слушай, Горемык, а ты что, новый инструмент купить не можешь? А? Что ж ты с таким старьем по стране едешь? Позвольте, Горемыка возьмет старье. Вот я когда малой был, сопливый щучки, тоже музыке учился, а потом бросил. Вот. Жалел, конечно. А теперь тебя послушал. И думаю, я жалел. А вот не зря. Из вас получился бы потрясающий флюгер-гарнист. Поехали! Классная вечеринка, не правда ли? Да. Я Альберт. Рита. Приятно познакомиться, Рита. Могу я вас угостить? Что угодно на ваш вкус. Конечно, я сейчас вернусь. Маргарита Дмитриевна, рад, что вы здесь. Вы просто украшение нашего праздника. Спасибо за комплимент. Жаль, конечно, что Татьяна Витальевна и Андрей Борисович уехали, но я надеюсь, что вам не будет скучно. Все в вашем распоряжении. Вы видели Риту? Куда она ушла? Я не знаю, извините. Спасибо. Сантехник приходит по вызову, делают свою работу и говорит, с вас $100. $100 за 5 минут? Я вот, например, дипломированный врач-стоматолог, но я не зарабатываю $100 за 5 минут. Это нормально. Я, когда был нейрохирургом, тоже столько не зарабатывал. В сантехнике пойдем. Прости. Да. Привет, любимый. Как дела? Вы уже добрались? Замечательно. А ты что, не один? Мы у Тани. Она с нами ехала, Аля захотела в туалет, вот мы поднялись. Я поняла. Ну что ж, тогда спокойной ночи тебе. Я очень скучаю. И тебе. Ну что, нам, наверное, пора. Аля! Аля! Что? Все, поехали домой. Деда, мы же еще играем. Алечка, ну поздно уже, и Саше спать пора, да и Тане, наверное, тоже. Бери рюкзачок. Все, провожайте нас. Хорошо, пойдемте. Саш, мы еще приедем. Мария Степановна, здравствуйте. Это Рита. У меня к вам деловое предложение. Я готова вам заплатить за Алю. Но я думаю, вас все устроит. Ну что вы, я не собираюсь вас обманывать. Я работаю в нейрохирургии и травматологии, поэтому… Отлично. Хорошо. Тогда я вас завтра наберу сама. Спасибо. Андрюш, а хочешь чаю из термоса? Не откажусь. А вот, пожалуйста. Только осторожно. Горячий. Спасибо. Что-то тебя не узнаю. Отыграл потрясающе, а сейчас он глаз как-то погас. Произошло что-то, да? Ну, не хочешь, не говори. Оказывается, у меня дочка есть. 6,5 лет. А узнал я об этом только недавно. Что думаете? Какая разница? Кто что думает? Главное, что ты для себя решил. Правильно? Да я сам еще не понял. О. Ма! Какая красивая девочка. Дочка? Да. Андрюш, ты счастливый человек. Спасибо. Чего не спишь? Понимаешь, мы спали и спали. А потом нам с Петей приснился страшный сон. И мы пришли к тебе, чтобы ты нас защитил. Один сон на двоих? Ну да. У нас с ним все общее. Кстати, я же совсем забыла. Вот. Из-за него Рита злилась. Нужно ей отдать. Думаешь? Конечно. Она так расстроилась, когда увидела, что колечко нет. Я бы тоже расстроилась, если бы Петя пропал. Наверное, ей это колечко очень нужно. Ты знаешь, ты права. И это колечко действительно очень нужно. Нужнее всего остального. Иди ко мне. Я вас защитю. Куда это ты собралась? Тебя что, в гости звали, что ли? Надо же было созвониться с этой, ну как ее? Маргарита. Маргарита. Прям как салат. Салат мимоза, кулинар. Ты что, не понимаешь, что ли? Такие разговоры по телефону не решаются. Там же такие деньжищи. Между прочим, Алька твоя племяшка. А я что, Альке плохого желаю, что ли? Живет у нас малюха, а там Наська объявится. Да заберет. Вовка, Степка, идите сюда. Значит так. Они объявятся. Когда такое было, что она Альку саму оставляла? А она над ней тряслась все время. А куда она денется? Ну, баба за голову взялась. Мужика себе нашла, о будущем думает. А мы зато пацанам сапоги на зиму купим или крышу на даче перекроем. Там же деньги какие. А вот не объявится. Ой, я не знаю, что ты пристал ко мне? Троих растить будем. Слушай, ну совсем с ума сошел. Не мели ерунды, а? Вот когда не объявится, вот тогда и будем разбираться. Так, папку слушать, ясно? Смотрите мне. Дверь за мной закрой. Раз. И два. Подъем, лежебока! На работу пора! За коню! Коллеги, надеюсь, до скорой встречи на следующем мероприятии. Счастливого пути, Маргарита Дмитриевна. Слушай, так она уехала? Yeah. Да, она улетела, как птичка. Да, это плохо. Да, мам, привет. Вернулся. Да, пораньше. Ты хотела со мной поговорить? А я хотел тебе кое-кого представить. Завтра, сегодня буду весь вечер репетировать. Сюрприз. Подарок? Да, очень понравился. Ма, не волнуйся, я надеюсь, мой сюрприз тебе тоже понравится. Давай, люблю тебя. Кать, я не могу его завязать. Ну. Что? Ну все, приехали. Ясно. Андрюше не понравился твой подарок, да? Если бы. Мне хочется с ней познакомить, представляешь? Он никогда не знакомил меня с девушками, никогда. И тут на тебе, решил. Извини, с этой воображаемой женщиной, с ребенком, да? Да, и делать ее реальной у меня нет никакого желания. Катенька, по-моему, ты делаешь из мухи слона. Вадя, это чужой ребенок, чужие гены. Это проблема, поверь мне. Психологи монографии посвящают этой теме. Ну вот и здорово. И ты напишешь монографию. Ты так легко к этому относишься. Нет, я поговорю с ним. Сегодня же, на вечерней репетиции. Ты думаешь, это что-то изменит? Я очень на это надеюсь. Закрой глаза. Я на работу. Люблю тебя. Пока. Маргарита Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Борисович на осмотрах. Я подожду. Это срочно для Андрея Борисовича. Тут пациентка одна. Авария, травма. Передайте ему, чтобы он обязательно глянул. Передам. Андрей Борисович, вас там Рита в кабинете ждет. Прямо с конференции приехала с чемоданом. И, по-моему, сильно не в духе. Я лучше с тетей Таней останусь. Ты не против? Да нет, конечно, все нормально. Ко мне Сашка после школы придет. Он как раз будет кем его занять. Да. Привет. Привет. Как доехала? Все хорошо. Андрюш, я очень соскучилась. Ну, ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Перестань. Андрюш, теперь все будет по-другому. Алька мне не чужая. Сын сегодня приезжает. Звонил. Будет с дочкой знакомиться. Вот видишь, как замечательно. А я ужин приготовлю. Дома. Сама. Все, что пожелаешь. Ой, здрасте. Извините, я тут вашим чайничком воспользовалась. Так проголодалась с дороги. А вы зачем сюда приехали? Я же сказала, что я позвоню. Так, а чего вы так нервничаете? Я же от своих слов не отказываюсь, я племяшку заберу. Просто такие вопросы, они же по телефону не решаются. Да мы с вами больше никаких вопросов решать не будем. Я так понимаю, что возможности заниматься Алей у вас нет, поэтому она останется с нами. И спасибо вам за беспокойство. Постойте, с кем это с вами? Я свою племяшку на кого попало здесь не оставлю. И потом, я с другого конца города сюда перлась. Вот, на такси хватит. Да и на самолет долететь. А? Слушайте, ну, а там у Али все нормально? Да, у нее все нормально. Слушайте, ну это хорошо. Тогда? Тогда? Я пойду, да? Да. Угу. Я, с вашего позволения, заберу. Да. Ой, а чашечку? Я помою. Спасибо. Угу. Всего доброго. Всего доброго. Тише, мыши, кот на крыше, а котята ищут. Саша, а я красивая, как ты думаешь? Чего? Понимаешь, я сегодня с папой познакомилась. Все переживаю. Вдруг я ему не понравлюсь. Глупости, конечно, понравишься. Ты же его дочка. Вот мама меня любит просто так. И ты ему понравишься. Это же генетика. Причем ты даже очень красивая. Спасибо. Все, не мешай. Тише, мыши, кот на крыше, а котята еще выше. Кот пошел за молоком, а котята кувырком. Прячься. Я считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Алька! Аля, куда ты? Что здесь происходит? Это Алька, племяшка моя. Я Мария Степановна, ее тетка. Так, Валина тетя, ну, наконец-то. Вы Андрея Донина ищете, да? А кто это? Ой, так вы же ничего не знаете. Я вас познакомлю. Так давайте детей сначала найдем. Ага. Аля! Аля, Саш! Нельзя, чтобы она меня нашла. Аля! Она злая. Саша, иди ко мне! Я видела, как Вовку со Степкой лупит. А это ее родные дети. Ого! Угу. И кота. Разве можно бить кота? Нельзя. Аля! Давай вызовем полицию. Да тихо ты. Саша! Слушайте, а вот этот Андрей, он кто? Донин, нейрохирург, ведущий врач клиники. Очень к Але прикипел, переживает. Слушайте, как хорошо, что вы нашли. Врач. Так, поблагодарить его же надо. Ну что за Алькой глядел? Да. Все, давайте, хорошо, пойдемте. Ничего, прибегут. Идемте знакомиться. Андрей, познакомься, это Мария Степановна, Алина тетя. Очень приятно. Здравствуйте, очень рад знакомству. А где Аля? Ой, куда-то с Сашкой убежали. Пойду найду ее, пусть тоже обрадуется. Я очень рад, что у Али наконец-то обнаружилась родственница. А как же вы нас нашли? А у меня подруга в вашей клинике работает. Она знает, как я убиваюсь за Алькой, вот и позвонила мне. Подруга? Да. Как ее зовут? Это не важно. Я вообще не об этом хотела с вами поговорить. Я вам хотела спасибо сказать, что вы так приглядели за Алькой. Я-то знаю, как это у меня 2 своих спиногрыза. Да, мы в таких стесненных обстоятельствах живем. Вы, это смотрю, не бедствуете. В смысле? Ай, господи, сейчас я написала. Вот. Что это? А это номер карточки моей банковской. Ну, вас не затруднит, а мне помощь. Ну, в смысле, Альке. Ежемесячная. Хотя можно и чаще. Вы денег хотите? Ну, конечно. Ну, а как же? Знаете, как нынче все дорого. Алечка! Деточка моя, иди сюда. Привет. Здравствуйте, тетя Маша. Моя кроха. Не отдавай меня ей, она злая. Вы не единственная родственница. У девочки есть отец, родной. Не смешите меня. У нее в графе «отец» прочерк. Так что мать загуляла, отца нет. А я вот по закону единственная родственница. Угу. Ну хорошо. По-хорошему не отдадите. Я сюда завтра с полицией приду. Счастливо оставаться. Не бойся, не бойся. Она хочет увезти Алю. Так это в порядке вещей. Она родная тетя. Искала ребенка, волновалась. А... Ты поговори с ней. Ты же тоже родственник, дедушка. А документы – это просто формальность. Аля ей не нужна. В смысле? Ты же сейчас сказал… Она хочет денег. Моих. А без Али она ничего не получит. И в этом случае документы совсем не формальность, Тань. Что-нибудь придумаешь. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Да, конечно, придумаю. Сначала. По домам. О, уже уходишь? Ты же поговорить хотела. А, да. Слушай, ну что? Как тетка? Короче, с Андрюшей мы помирились. Приезжает его сыночек, будет заниматься девочкой, поэтому вопрос решился. Я хотела тебя попросить, на тетке никому не говорить. Ясно. Ты ее спровадила? Ну, типа того. А, и что теперь? Ну, приготовили Андрюше вкусный ужин. Ужин? У меня, кстати, была скидка. Сама приготовлю. В этот раз я сама. Сама? Да. Ты умеешь? Умею, просто не особо люблю. Ну, короче, пошли уже, а то мне еще надо рыбку. Я хочу приготовить салат этот. Селедка под шубой? Да. Класс, слушай. Очень красиво. Правда? Я эту музыку хорошо знаю. Мне ее мама играет. Часто. Я даже сама умею. Немножко. Молодец. Мы под эту мелодию с твоей мамой познакомились. А мама, она... Мама пропала. Но теперь мы ее обязательно найдем. Так во всех детских книгах написано. Когда есть принц, принцессу всегда спасают. Только лошадь нужна. Лошадь? Угу. Чтоб скакать. У тебя же лошадь есть? Разберемся. Разберемся. Я на минутку. Катя, пойдем, нам нужно Андрей? Поговорить. Да. А что здесь происходит? Я тебе сейчас все объясню. Куда мы идем? Да в чем дело? Мне нужно сказать тебе кое-что важное, не при них. Ну вот уж не думала, что ты поддержишь его решение. Я всегда была уверена, что ты первый, кто будет против. Кать, не делай из меня монстра. Я знаю, что ошибался, подводил тебя. Я все это понимаю и признаю. Ну дай хоть сыну шанс. Какой шанс? О чем ты говоришь? Стать лучше, чем я. Ты же этого всегда хотела. И воспитывать чужого ребенка? Ты о чем? Да ты прекрасно знаешь, о чем я. Наш Андрюша встречается с женщиной, с ребенком. Я все понимаю. У него сейчас чувства, искаженное восприятие действительности. Я психолог. Но это все пройдет, понимаешь? И он очнется. А чужой ребенок будет звать его папой. Это чужие гены, это чужая наследственность. Это все очень серьезно, Донин. Я не понимаю, зачем ты ему потакаешь. Аля его дочь. Что? Аля дочь нашего сына. Он не знал. Это долгая история, я потом тебе все объясню. Катя, послушай меня. Сейчас важно, чтобы ты поняла. Аля наш ребенок, не чужой. Ты меня услышала? Да. Вот теперь пойдем. Ну, а это Петя, мой медведь. Угу. Он у меня давно. Давно? Угу. Аж с 3 лет. О, аж с 3 лет. Угу. Я вас сейчас познакомлю. Я Андрюша. Я Петя. Очень приятно. Мне тоже. Ну, с прошедшим, сынок. Спасибо. Ой. Ты нас познакомишь? Да, это Аля. А это Катя. И я твоя бабушка. Родная. Будем знакомы? Привет. Привет. Можно назвать тебя бабушкой? Можно. Ты очень красивая бабушка. Ой. Ну, давайте, что ли, поехали ко мне, отпразднуем пополнение. Отличная идея, да? Бери рюкзак. Дело в том, что… Умоляю тебя, только не говори, что у тебя какие-то дела, только не сегодня. Па. Да, конечно, нет. Едем. Папа. Я только сделаю один звонок. Идем быстрее. Ладно, ложи свой… О, бабушка. А давай я помогу тебе нести рюкзак? Давай. Идем. А здесь подождем папу, да? Андрюш, привет. Ну что, у меня уже все готово, когда вы будете? Понимаешь, Андрюша к себе пригласил, и Катя здесь, мне не очень удобно уйти. Ну, так приезжайте с Катей, в чем проблема? Знаешь, давай я, наверное, сам позже подъеду, а сейчас, прости, мне нужно побыть с семьей. А. А с Мишкой ты нас познакомишь? Конечно. Я Катя. У меня холодильник пустой, я и забыл совсем. Так что ничего, кроме чая, предложить не могу. Ну, чай как чай. Папа, а я умею чай заваривать. Так. Да. Деда, подержи, пожалуйста, Петю. Давай. Дедушка, с Петей очень осторожно. Пойдем. Пойдем. Давай. Значит, я так понимаю, что тетке отдавать ребенка нельзя, ни в коем случае. Нельзя. Тогда нам нужно искать мать. Я вижу, что девочка очень любит маму. Говорит, и не только хорошая. И потом, поверь мне, Таких детей просто так не бросают. Там наверняка что-то случилось. Андрюша тоже считает, что Настя не могла ее бросить. Ну, ты не будешь против, если попрошу о помощи Вадима? Конечно, нет. У юриста много знакомых в частных детективных агентствах. И... Катя, я же сказал, звони. Ну что, Серега, по домам? Да. Сегодня без вариантов. Сергей Олегович, там Крупник не дышит. Так, давление 70 на 40 падает. Гальвизива. Дим, готовь дефибриллятор на всякий случай. Здравствуйте, дядя Вадим, проходите. Здравствуй, Андрей. Ну, что у вас тряслось? Ух ты! Привет, я Аля. А я Вадим. Ты кто? Аль, познакомься. Вадим – мой муж. Значит, ты тоже мой дедушка? Ничего себе поворотик! Еще недавно у меня ни одного дедушки не было. А сейчас аж два. Класс! Можно назвать тебя дедушкой? Можно. Дедушка, идем чай пить. Какая ты гостеприимная. Аль. Спасибо. Садись, дедушка. Тебе удобно? Сергей Олегович, вы здесь целый час. Все хорошо? Дима уехал? Да, Дмитриевич уехал. Просил за вами посмотреть. Все хорошо. Мы ее стабилизировали. Вот на аппарате сейчас, видишь. Главврач, правда, будет недоволен. У нас второе было барахле. Вы все сделали правильно. По-человечески. Я еще приду. Привет. Привет. Как дела? Все хорошо. Ничего не хочешь мне рассказать? Ты о чем? О том, что ты дома не ночевал. Я тебя весь вечер ждала, ужин приготовил. Ты где был, Андрей? Я же сказал, остаюсь у сына. Приехал Вадим, он берется за поиски Насти. Нужно было все обсудить. А может, дело в ней? В ком? В Татьяне твоей. Рит, перестань. Перестань? Вначале ты уезжаешь с ней с конференции, потом дома не ночуешь. Так, может, это ты перестанешь, Андрей? Я думаю, нам обоим нужно успокоиться, а после поговорим. Дура. О, Андрей Борисович, здрасте. Как там Алька, племяшка моя? С вами она? Значит так, никаких денег я вам платить не буду. У ребенка есть отец, и любой ДНК-тест это подтвердит. Так, а ну постойте, а где же он был? 6 лет, это отец. А не знал о существовании дочери. Такой ответ вас устраивает? Моего адвоката устраивает полностью. Вашего кого? Адвоката, вы не ослышались. И еще, у ребенка есть мать, и ее сейчас ищут. И мне очень интересно, что она скажет о вас, когда ее найдут. Ясно. Тогда морочьтесь с ней сами, больно надо. Вот вам деньги на обратную дорогу. Надеюсь, больше не увидимся. Как у вас у всех богатеньких, а? С деньгами мерите. Одна, значит, сует, чтобы я забрала, другой сует, чтобы не забирала. Вам что, кто-то предлагал деньги за Алю? Так вот же она. Вот это вот фифа расфуфыренная. Маргарита, кажется. Так что давайте, счастливо оставаться. Андрей, я не знала, кто она такая. Я думала, родственница Али. А когда поняла, что это за человек, я сразу ее послала. И ничего мне не сказал. Андрей, я собиралась тебе сказать дома, вечером. Но ты же непонятно где был. Скажи сейчас. А что я должна сейчас тебе сказать? Как ты предлагала этой женщине деньги за Алю, понимая, что она за человек. И знаешь, Рит, я впервые задумался о том, что за человек ты. Выходит, я совсем тебя не знаю. Андрей Борисович. Мы разговариваем! Оль, где запросы из регионов, которые еще вчера должны были быть у меня на столе? Ну, я как раз по этому вопросу. Я просила Маргариту Дмитриевну вам передать. Там девочка одна посрочно. Автомобильная авария, травма позвоночника. Просит вашей консультации. Настя. Настя Крупник. Как? Настя Крупник. Я папочку ее сверху положила. Андрей, я не знала, что это Настя. Где карта? Спасибо, Рит. Оль, позови, пожалуйста, Татьяну Витальевну. Это срочно. А теперь я расскажу о своей семье. У меня есть бабушка, 2 дедушки, мама и папа. Мама вернется, и я тебя обязательно с ней познакомлю. Частный детектив. Да, Максим. Да, я понял. Спасибо. Теперь я твой должник. Катя. Али, пойдем со мной наверх, я тебе кое-что покажу. Оп. Побежали, побежали. Догоним? Андрей, похоже, у нас плохие новости. Андрей, ты хотел со мной поговорить? Посмотри, пожалуйста. Настя Крупник, это мама Али? Да, и я хотел бы, чтобы ты поехала со мной и ассистировала при повторной диагностике и в операции, если понадобится. Ты сможешь? Когда выезжаем? Через час. Пошла собираться. Добрый день. Я хотела с тобой поговорить. Долго пыталась найти слова, чтобы ты все правильно понял. Объяснить тебе. Я думаю, нам лучше расстаться. И вот, оставь его себе на память. Прости. Да, сын. Сергей Олегович. На базе клиники всего лишь 2 аппарата ИВЛ. Ты об этом прекрасно знаешь и занимаешь один из них на неопределенное время. У пациентки была остановка дыхания. Как я должен был поступить? Ну, я тебя понимаю. Ты меня пойми. А если мне завтра ребенка привезут приниматься? Я лично тебя прошу, реши этот вопрос. Я решаю. Как? Написал заявку в столицу Донину, которому очередь на 2 года вперед, и который сюда никогда не приедет? Да. Наталья Евгеньевна, к вам тут… Здравствуйте. Андрей Донин, нейрохирург. По запросу от Ружина Сергея Олеговича. Это я, Ружин Сергей Олегович? Очень приятно. Я с коллегами, они ждут в коридоре. Идемте знакомиться с пациенткой. Да, конечно. Я отзвонилась. Наши мамы уже готовят операцию. Все, отлично. Тогда готовьте реанимобиль. Мы перевозим пациентку в нашу клинику. Есть возражения с вашей стороны? Хорошо, дальнейшее лечение буду контролировать я лично. Жила-была принцесса. Она была очень хорошей и очень доброй. Но даже с хорошими принцессами иногда случается беда. Да? И вот наша принцесса уколола палец веретеном и погрузилась в долгий волшебный сон. Пациентка под наркозом. Начинаем. Скальпель. Ну что? Только что начали. Держись. И многие принцы пытались разбудить принцессу. Время шло, а принцесса все спала и спала. Я между третьим и четвертым позвонками. Следите за давлением. Она к нам в консерваторию приехала на конкурс. Закрутился роман. Бурный, под музыку Дворжика. Длиной неделю. Я о ребенке ничего не знал. Каждый принц надеялся, что он разбудит принцессу и получит в награду и ее, и пол царства в придачу. Но никто из них не хотел сражаться с драконом. Показатели в норме. Работаем. Имплант. Да. А потом? А потом она не выиграла конкурс, а перед самым отъездом пришла со мной об отношениях разговаривать. А я струсил. Через пару месяцев набрал ее, она не ответила. Вот и все. Да. Не жалеешь теперь? И вот появился он. Принц, которому не нужно было полцарства, а нужна была принцесса. И он сразился с драконом. Зафиксировали. Шьем. Что теперь собираешься делать? Не знаю. Я понимаю, это непросто. Наберусь смелости и сам с ней поговорю о будущем. Видимо, теперь моя очередь. Правильно. Это была трудная, долгая битва. Потому что самый страшный дракон – это тот, который живет внутри тебя. Но принц его победил. В книжке было не так написано. А в нашей будет так. Все равно так только в сказках случается. В жизни такого не бывает. В жизни все намного сложнее. И не говори. Ну что, будем спать? Да. Уже поздно. Ложись. Я пойду. Я пойду? Ну, конечно. И Петя рядышком. Сладких снов. И тебе сладких снов. Пусть тебе хорошие сны будут сниться. Спасибо. Пап, ну что, как? Она сильная девочка. Все вынесла с честью. Пока еще рано о чем-то говорить. Давайте дождемся хотя бы завтрашнего дня. Поехали домой. Все будет хорошо. Так. Ну, и что теперь? В Европу уеду. Там и клиники чище, и мужики посерьезнее. А у вас с Дониным точно все? Я ему отдала кольцо. Жаль, конечно. Такой мужик перспективно кому-то достанется. Так займись. Хочешь? Я? Ты что, где я, где он? Ну что, кисуль, я готов. А я всегда. Слушай, а может ты с нами, а? Да нет, у меня планы. Да. Пока. Не грусти. Здравствуйте. А мы пришли маму навещать. Привет. Привет. А, Андрюш, ты зайди, Али пока рано. Ну, я хочу к маме. Дедушка скажет, когда можно будет. Пошли, пошли ко мне. Там Саша оставил тебе рисунок. Пошли, я тебе сейчас покажу. Пошли, пошли, пошли. Что-то не так? Да нет, все так. Операция прошла успешно, показатели в норме. Она просто не приходит в сознание. Без причин. Пойдем, Катик. Заходи, пожалуйста. Заходи на стульчик, садись, давай рюкзачок, а я сейчас рисунок поищу. Куда я его положила? Маленький, ну не кисни, пожалуйста. Ну как только можно будет к маме, Андрей тебя сразу отведет. А папе почему можно? А, я совсем забыла. Аля, у меня есть такие конфеты, я тебя сейчас угощу. Мне их привезли из далекой страны, очень классные конфеты. Здесь у нас такие не продаются. Там и кокосовая стружка, и прям финики, ну конфеты обал... Аля? Аля! Мамочка? Мамочка, это я! Я! Ты спишь? тебя спас. Ну, привет. Вчера мы с папой ходили в зоопарк. Там был вот такой жираф. У него есть еще длинная шея и есть пятнышки. И его можно кормить, представляешь? Не может быть. Что еще с папой интересного вы видели? Ну… А еще мы с Алькой пиццу ели. Пепперони с двойным сыром. Говорит, что ей очень понравилось, да? Правда, эта пицца очень вкусная. А мама выздоровеет, мы ее пиццей угостим, да? Обязательно. Тук-тук. Ух ты, семейство в сборе. Привет, Аль. Бабушка, давай я тебе помогу. Держи витамины. Давай. Смотри, что я принесла. Это все очень полезные фрукты. Вот умница. Витамины. Мам, ну зачем опять так много? Настя еще день успевает доесть. Спасибо, Екатерина Геннадьевна. Я действительно не успеваю съесть. А ты успевай. Таль здоровой нужна. Ну и нам всем тоже. Ого, сколько вас. Ну что, как наша пациентка себя чувствует? Я думаю, на днях выписываем. Ура! Мамусю! Да, вы меня простите, но я спешу. А куда это наш дедушка спешит? А вот это медицинская тайна. Ты знаешь? Куда? У дедушки сегодня свидание. Самое настоящее. Ого. Вот, купил, понравились. Это же мои любимые. Да? Ты просто фантастически выглядишь. Спасибо.